Вы говорите по-русски? Да, мы говорим. Можете сказать, почему вы сегодня здесь, почему для вас это важно? На самом деле, интересная ситуация, потому что жена румынка, но она прожила очень долго в Сибири. Мы, собственно, там познакомились. Я сам 7 лет в Петербурге жил, закончил там вуз и уехал в самом начале войны. Я здесь, потому что в России невозможно сейчас говорить свободно. Я закончил журфак, поэтому я знаю, как душат журналистов сейчас в России все независимые издания, поэтому хочется быть частью этого митинга, если не там, то здесь. Об этом нужно говорить, поэтому мы тут. В Сербии вы... Это ваш первый митинг или вы раньше тоже выходили? Нет, на самом деле это мой первый митинг. Я понял, что 12 июня самое время выйти и говорить о своей позиции. Почему именно 12-го? Потому что это не просто очередной день. Это День России, и если я не выхожу в него, то как я могу назвать себя патриотом, которому интересует судьба моего народа и моей страны? Спасибо вам большое. Спасибо. Хорошего дня. Да? Подытожить. А почему именно такой лозунг выбрали? Потому что за этот лозунг посадили уже... За этот лозунг, да? Хорошо. За этот лозунг посадили уже несколько сотен людей, и идут уголовные преследования людей, которые просто говорят «нет войне», то, что Путин сам говорил на 9 мая 2021 года, сейчас говорит «запрещено». И этот новояз, то, что мы заменяем слова, и мы говорим «за мир», но мы не можем говорить «против войны», мне показалось это достаточно провокационным, хотя это очень, наверное, смешно будет вспоминать. Людям, которые нас могут посмотреть из России, возможно, что бы хотели передать? Сложно призывать идти на митинги тех, кто рискует своей жизнью, вставая там, поэтому я не буду этого делать. Но каждый... Есть теория малых дел, когда каждый на своей позиции может что-то говорить. Если вы учитель, вы можете не передавать пропаганду своим детям. Если вы просто бабушка, которая сидящая перед телевизором, можете не смотреть Соловьева. Если вы студент, вы можете говорить и вставать с тех пар, где лекторы говорят пропагандистскую чушь. Я думаю, каждый из нас может немного вложить в этот протест, чтобы потом нам не было стыдно смотреть своим внукам в глаза и говорить, что мы делали в этот момент. Спасибо. Пожалуйста.